Стрельба. В бельгийском городе Льеж погибли 4 человек. 2 полицейских, 1 гражданский и сам нападавший. Еще 2 силовика получили ранения. Как сообщают местные СМИ, стрельба началась во время процедуры проверки документов. Полицейские попросили мужчину предъявить паспорт. В ответ он внезапно выхватил у одного из правоохранителей оружие и начал стрелять. После злоумышленник попытался скрыться, захватив заложницы женщину, однако полицейские ликвидировали его. По данным бельгийского телевидения, речь идет о 36-летнем подданном королевства, недавно вышедшем из тюрьмы. Он сидел за преступления, связанные с наркотиками. Ведется расследование. В качестве основной версии рассматривают теракт.